До 10 августа проводится народное голосование за лучший мурал в Приволжском федеральном округе, сообщает телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской». Самарская область приняла участие в 5-м юбилейном сезоне фестиваля уличного искусства ПФО «Форум Арт». В этом году регион представляет художник Дмитрий Горшков, псевдоним «Пирог», с работой «Игра теней». Мурал был реализован на фасаде жилого дома в Самаре на улице Советской армии, 121. Проголосовать за работу «Игра теней» можно по номеру, указанному на экране. Звонок бесплатный. Имена победителей станут известны на торжественной церемонии подведения итогов в Кирове. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что в Самаре продолжается прием документов для постановки на учет участников СВО и членов их семей для получения земельных участков. Прием граждан ведется по понедельникам и средам с 9 утра до 5 вечера по адресу Куйбышева, 48, кабинет 25. Также заявление можно подать через МФЦ. На территории региона до 15 октября действует особый противопожарный режим, напоминает администрация железнодорожного района. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи, сжигание мусора, сухой растительности, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках, а также запуск неуправляемых изделий из горючих материалов. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру 01 или 101.